Четвертый сезон Хонтур представляет «Аватары Парагон». Собери полную коллекцию аватаров и получи эксклюзивные бонусы. Покупай «Аватары Парагон» и увеличивай призовой фонд турнира. Угадывай результаты матчей и выигрывай ценные призы. Делай ставки на тур Хонгарена.ру. Возвращаемся мы во вторую игру. Команда Мека против команды Square R. 1-0. В Сокасте по-прежнему Фолсноу и Пегас. Пегас и Фолсноу тут. Легион сделал уже 3 пика. Пока что Хеллборн сделал 2. У Легиона Ревенант, Магмус и Риптайд. Команда Хеллборна, Бегемот, Хеллбрингер. И пока что думают они над третьим пиком, что же им взять. Возможно, сейчас они, кстати, третьим пиком возьмут себе Керри. Ну, типа, взять Керри, перебанить врагам остальных. Да. Да, так я и думал. Да. Взяли они Керри с Андрей с третьим пиком. Ну и сейчас будут банить все. Всю мерзость против этого персонажа. В виде циркли. В виде всяких, не знаю, даже виндикаторов. И манапа всякого. Сейчас посмотрим, как КД ультимейта повлияет на этого персонажа. Ну, немного его занерфили. Ну, я тебе скажу, сегодня я играл с Эндой, с рефрешером. По привычке как бы таймишь уже в голове, да? И вот ощущаются эти 30 секунд. Ну, так-то да. То есть, ну, прям вот сейчас вроде, да, пора драться снова, хоп, а у Сэнды еще там 25-30 секунд. И вечно вот так вот. То есть, ну, в любом случае, как бы, может, не сильно, но это ослабило немножко, как бы. Ну, посмотрим сейчас, как завяжется. И напомню сейчас, если команда Мека одержит вторую победу, тогда они проходят финал лузеров, где столкнутся с командой или Кэтс, или JK. Ну, какая команда сегодня проиграет в этом Best of 3, она вылетает и занимает четвертое место. Ну да. Пробанили у нас ребята Паразита, Сирку, Дедвуда, Силуэтку, Солтиса и Доктора Репульсера. Ну, осталось команде Легион забрать Керри и Саппорта. Ну, в принципе, есть у них соло Ревенант, но пока что, мне кажется, это не будет один Ревенант. Я отойду на минутку. Возможно, это будет... Федя, ты, возможно, замучен, кстати. Нет, или он просто отошел. Возможно, это Ревенант в манап, продолжу свою мысль. И доберут еще одного саппортика и доберут еще Керри. Потому что Рептайд, в принципе, соло в миду может стоять против того же Хеллбрингера, если он пойдет на позицию мида. Добирают пиромансера, да, это будет манап в исполнении команды Легион, скорее всего. Что там? Ну, добрали пиромансера, да? Только что, да. Пиромагмус. Пиромагмус. Это, скорее всего, манап против Сандрейса. Возможно, если сейчас возьмут соло Керри. Эмпаску добирают. Хеллборн. Мэшбэй, нет, это не будет соло Керри. Это будет лейт. Не, ну что, ну дабла, я думаю, на топ пойдет Магмус. Да, да, да. Или соло Магмус, Риптайд. Или Магмус Ревенант. Это дабл мид, это соло Магмус, это дабл мид Риптайд.
Да, мне кажется, навряд ли будут соло с Андрей на самом деле отпускать. На фрифарме. Я бы все-таки даблу поставил против Сандре, да. Слабый герой на линии, поэтому могут не отпустить. Ну, он даже не то, что слабый, он просто легко манапится. И берут Тандербрингера, ну, я помню одну такую игру, она плохо закончилась, по крайней мере, для меня. Но для моих тиммейтов еще хуже. Это больно. Это очень больно. Но с другой стороны, Зевс очень слаб на виде против Риптайда. Да, да. Санда слабая на... Вот у этой комбы есть один большой минус. Они... Это все очень слабое на линии. Ну вот я на Инте часто видел, что когда Тандербрингер стоит против Риптайда, он на ботинок на красный приобретает себе зеленку. Очень да, часто, да. Да. И это решает в плане того, это что... логичное решение. Риптайд въезжает, и по сути, помимо ульта и первого сплава, ну и второго, если он его качает, он ничего не может сделать. То есть бёрст, по сути, на 600 на 700 хп залетает, и все. На самом деле, можно, играя за Риптайда, поумнее сделать, можно, когда ты вот летел с Зевса, на Зевса в ульте, начать его просто хлестать руками. Подождать в плане зеленки и да, дать первый спел. А потом уже первый, второй. Нет, сделать. Ну это, в принципе, хорошо, когда ты играешь на Риптайде, там игр 20-50, там, 20 мало. И ты уже все знаешь этого героя. Ты уже, не знаю, как это объяснить. Короче, ты на нем хорош. Тогда же, да, можно. А так, в принципе, Тандербрингер тебе и накидать может так-то костами. Очень больно. Или откинуться той же ультой. Это тоже неприятно. Это сбить ПК тому же Магмусу, Пиромансеру. Это нужно. Так что в какой-то момент это и неправильно. Согласен со мной? Ну, да. Мысль понятна. Ну, не знаю, что ребята там обсуждают свой манап. Я не знаю, как-то у обоих команд, по-моему, все предельно ясно. Кто куда отправится, кто что делает. Так ведь? Ну, не знаю, я когда играю за Риптайда, играл. Сейчас не доводится. Я куда не разгонюсь, все всегда, вот, все враги убегают с карты. Главное, я могу просто в лесу быть, не нажимать эту. Я только нажимаю льду, и все разбегаются сразу. У меня какое-то проклятие в этом плане на Риптайде. Практикуют такую тему. На Риптайде прожимаешь грипп, нажимаешь ультимейт и полетел. А это не важно, тебя в любом случае не видно. На обычных вардах на карте, только на центричном, когда ты не пришел тебя. Да? Я об этом не знал. Ну просто это позволяет тебе, знаешь что, если с тебя спадает грипп, то по сути ты понимаешь, что рядом с тобой кто-то есть. Нет, почему? Грипп же спадает только когда ты кого-то увидел. Ну, в плане, допустим, у Хеллборна Эмпаска будет стоять на варде, ну, на своем, а мимо нее будет пролетать Риптайд. Риптайд ее не увидит в ночи, а Эмпаска его увидит. Логично же по варду. Риптайд увидит Эмпатку только... Точнее, у Риптайда спадет грипп только когда он увидит Эмпатку. Ну и что это, квадла против соло Магмуса? Ну, ребята, такое я уже точно... Это я точно уже видел. И там тоже стоял Магмус. И было больно. Квадла. Ну, кстати, мне очень нравится тимфайт потенциал из Кирера. На всех стадиях игры. Да? Прям вот... У них есть все. Я не знаю, нужно. Если они в лейте будут проигрывать даже по 15 тысяч голды и экспы, то все равно это будет больно. Это будет очень больно. Тут единственная у них проблема, это у них чуть-чуть жирка не хватает, да, там, и вот не особо это не герой. Ну это да, этот сетап очень ватный. Да, тут... Так, если они дотерпят до 6 уровней, дотерпят до тимфайта какого-то при одинаковом количестве золота и экспы, то... Несомненно, первую победу они должны одержать. Это 1-2 Мальфаса, 1-2 ульты от Бегемота, 1-2 ульты от Тандербрингера, 1-2 ульты от Сандрейса. Это 4 героя, которым нужен рефреш.
это трэш. Трэш, это трэш. Да. Варт, кстати, поставил арту к себе. Да. Сейчас движуху всю. Нет, не увидел. Рановато стенка. Ну и сейчас он просто через ХГ будет убегать. Еще и неудачная фиссура. Да, пустили. Опа. Квадла подъехала. Ну, Мэшбен будет стоять на фрифарме, добивать крипсов. Нет, бегемот побежал вниз. Хорошее решение поставить даблмик против Зевса, на самом деле. Но, хотя Зевса это особо... Ну да, он все равно будет стоять своим первым сполом сдалека откидываться. Он уже, он там в фастботл решил выйти, вот он. Добирает. Липчика. Несет себе уже бутылку. Да? А бегемот тем временем заслуживает фиссурием. Ну, большой пользы это, конечно, ему не даст. Но проблема в том, что да, это уже не так. Она тянет-то, конечно, но... Никитон находит бегемота. Да, дает сразу станчик профилактический. Намекает ему, что ему пора выходить. Ну, тут Магнусу, кстати, неплохо намекают. Оставили 100 хп, ему снимают вард. Обе руны достаются региону. Так, кстати, инвиз на Магнусе. Магнус инвиз, он, наверное, пойдет просто лечить экспу. Ну, или лечить экспу, или... Я думаю, что лечить экспу пойдет, потому что Зевс все равно под вышкой стоит. А ему бы наличить там второй, третий, он сможет просто... Пока Хеллбрингер первого левела, просто в баньку, по крайней мере, уходить, чтобы он не хорошо. Смещается в бит бегемот, подходит еще на митэм паска. Стенка на темпаске рандомная, причем. Да. Магнус в инвизе продолжает стоять, лечить экспу. Инвиз, кстати, у него все закончился. Бегемот вот проблематично с экспой, у него всего лишь 19 экспм. Ну, линию не отталкивают. Ну, типа, не держит линию. У Магнуса чуть получше. С экспой. Еще раз блочит бегемот. Там надо два блока делать. Вот, сейчас и будет два. Я бы, наверное, даже отпустил дальнего крипа. Впереди бежал никто. Ну, бегемот первого уровня. У Магнуса на самом деле не намного лучше дела. Да, он получил второй. Ой, бегемот сейчас. А, ну, здесь за счет ботинка. Взял первый скилл. И второй. Я знаю, что Спидман не любит качать моноберн. Любитель плюсик. А на миде въехали в Тандербрингера. И он так-то огрызнулся и рептайт. А, рептайт выживет. Пропивается бутылка 11 хп, да. Представляю, какое адское замедление заходит по Тандербрингеру. Первая рептайда и первая еще от ревенанта. Да. Зачем Спидман купил Iron Shield, если он стоит против крипов? Ну, в дальнейшем помогать будет ему этот фарм в лесу. Без затрат хп. Бегемот идет на миг.
Да, второго уровня. Плохо что-то идется с добиванием. Ну, вообще что-то, да. Две молнии два раза не добил. Три молнии. Ну, я два раза просто... Да. Профилактическая фиссура и сразу ТП-шка. Сразу ТП-шечка у нас от пиромансера. Ну, а... Сандрей шестой? А, да, Сандрей за шестой. Сейчас Сандрей чуть-чуть подождет и, скорее всего, Никитона убьет просто. Заходит Ревенант в инвизи. Рептайт ультовать будет, да? Ну, есть шестой уровень, да. Еще и руна инвиза в бутылке. Зевс не подходит. А который не знает, кстати, команды Хеллборна. Вардика у них там нет, да. Ну, Зевс нельзя подходить. Сейчас он только подставится под крипов. Это будет и для него смерть. Сразу, да, это факт сразу. Фатально, да. А ТПшки есть у кого? Вот. Все, пошел. Ну вот, прилетели с трейдера непобедимости. Сразу Саленс. Ну, мне кажется, он его тут соло заберет. Сандрей ультанула. Ну, прилетает, это так-то. Тут вовремя подошел пиромайстер, еще и на развороте попытались забрать Сандрейса. Нет, выживет. Ну, это было. Это было близко, да. Под ульту просто попал неудачно. Да, так бы скорее всего забрал. Ну, Хеллбрингер, кстати, уже пятый уровень получил. Ну да, ему бы шестой и стоять в спине у Зевса на меня. Ну, могли бы чем-то и ответить бы. Там магму загонять одного саппорта достаточно. Вот на самом деле хочется побыстрее свои игры откатать, и не хочется, чтобы 1-1 был. Ой, и 2-0, чтобы не было. Он тут уже команду концов выбирает. Да. Хочется посмотреть три игры. Не, на самом деле. Без сарказма. Магмус подходит. Хвата у Зевса с экспо, на самом деле. Должен да. Побольше. Ну, две смерти. На топе появился... Появилась руна иллюзий. Подбежал Ревенант, подошел еще пиромайстер под грибами. Инвиз на Магмуса. Ну и Сандрейс будет умирать. Да, будет, да, умирать. Ну, ошибка нету у Эймарда. А, Хеллбрингер. Хеллбрингер тоже будет умирать. Ошибся Хеллбрингер. Есть еще подкоп. О! Хорошо, но только вот Магмус не прикрывает. Зевс ульт, Зевс ульт. А че, не прошел? А твой нету, Зевс ульт. А, Зевс подсанулся на миди, сейчас умрет. Зоис. Почему Зевс не ультанул, инфу-то могли закинуть. Не, там это... Еще и уходит и Ревенант. А, ну, и вообще тем временем... Сандрейс ультанула. Прилетает, забирает Магмуса. Ну, кстати, мог бы войти так-то и в пиромансера, а Магмуса через 5 секунд забрал бы Тандербрингер. И Сандрейс сейчас, скорее всего, будет забирать. Да. Нет, но стана нету у пиромансера. Сандрейс, беги! А у Санды нету ДПшки. Ну, он стянул. Подождет еще. Еще подбегает Хеллбрингер. Ну что ты ждешь, уже бежать надо. Мальфас, Магмус, лови Санду. Еще можно первый спал дать было в пиромансера. Дезерт спауэр и... А Мальфаса оставить. Зачем бежать вместе с Мальфасом? Так тогда. Брат за брата? Надо площадь. Контроль. Ну он не знает, что Ревенант в инвизе. Мортификейшн. Думаю, умрет там от Макша. Не умрет. Почему не умрет? Умрет. А нет. За счет. Бобер съел, да. Бобер спал. Рептайт выходит сразу в Madness, приобрел себе лайфтуб. И Мальфас разобьет руну регенерации. Да, паску подцепили, есть. А нет, уже был от Магуста.
умирает. Ну как-то, как-то посыпалась вообще команда Хеллборн. Как-то я не понял, почему Зевс не дал ультимейт тогда, у меня до сих пор вот эта загадка. То есть Магмус видно, он бы там еще тебя спас, он бы увидел, что Рептайд рядом. Ну, типа да. Ну а теперь он пришел к Мэтчбэйну, который на фрифарме сейчас уже вынесет свой рунет. Нам уходит по карте, кого мы еще не видели. Бегемот. На варде видит бегемот, и скорее всего его сейчас будут убивать, потому нет, что у Рептайда есть ультимейт. Манит чертовка на миде, крипы. Легенда, вот смельчак. Без Мальфаса. Ну падка простыла наконец-то лайнвард. Ну так-то можно забирать Магмуса. Опа, Мэтчбэйн. Стенка. Двоих и... Ну и Магмус будет умирать, потому что у него второго спала-то нету. Ну это хорошо, это какой-то вкус для Санды. Ну да, у которой ускорение, 300 ГПМ. Появление сворда. На минутик 16 примерно такими темпами ну, появится. Ну вот смотря на сколько часто к нему будет приходить бой. Перезаходит. Если снова в инвизе ревенанта будут цеплять, а у него со следующего левела инвиз уже по двоим будет. До левела мало, третья с левела осталось. Все плохо, короче. QRR надо сейчас реализовывать ульт Санды вместе с ультом Сандербрингера. Ну да, ассисты, киллы получать, что-то такое. И того же спокойно можно убить в миде Рептайда втроем. Зацепить демонстрайком ульт Санды, рассказ Зевса. Может, дождутся Мальфаса. Просто проблема сейчас еще в том, что Мэйчбэйн фрифармит, скоро будет ливер, он получит свои там 600-500 ГПМ, а может и 700. Ну да, остановить его будет тяжело. Ну а почему не забрать было пиромансера, ребята? Да как достать? Ну в смысле, Сандрей сультует, Зоя сультует, все, до свидания, пира. Их вижена нету вот. Да были, сейчас был сейчас вижен. Подцепили, точнее не подцепили, а встретил Сандербрингер вместе с пиромансером на нижней рунной. Сандрей сразу умок без энергайзера. Да? Магмус ТП. Делает ТП Магмус вниз. Да, ну, Мэтчбэйн спустился в леса, если не уже рунит. Подцепили ревенанта на миде, второй спел от... В ответку цепляют Рептайд, скидывают Мальфаса, прилетает Сандрейс. Сандрейс забирает ревенанта. И уйдет. Да. Чейный разворот сейчас врежется в ту же Санду, которого подцепил пиромансер. Залетает ультимейт, какая, но это было больно. Фиссура. Да. Не, ну в совокупности со стеной могло быть неплохо, но... Никто не друг. Нет, скорее даже стена не очень хорошая. Ну там пиромайсер основной дэмэдж вписал стан ультимейт. Причем пиромайсер балансит и первый и второй спел в троечку. Джойс, кстати, еще ни разу не утонул. За 14 минут. И скорее всего он сейчас умрет. Ревенант. Ну, как-то баянно. Да, не дотягивается бегемот с фиссурой внизу до Магмуса. Хеллбрингер, зачем они смещаются все? Мэтчбэйн уже фармит эншей. В открытую. И есть 480 ГПМ. Еще на вражеских иншах трипл стак. Точнее непонятно, кто на кого байтит. Забирают Т1. Куда Сандрейс?
повезло там одна секунда. Там 3 секунды до пульта Рептайда было. Так бы Сандрес умерла. Эмпаска бы не спасла. Делает ТП домой пиромансер. Бойцы ультимейтов. Глобал. Ну, загнанный на самом деле Тандербрингер. Ну, очень загнанный. И, кстати, собирает табличку. Ультанула Сандрейс, в кого же? А это в Ревенант. И неплохой фраг сразу появляется с Sword of Хай на минуту раньше. Ну и... У Бегемота так... Вот Зоис на миде, проблемы у него. Бегемот 5 уровня, это его главная проблема. А проблема Зевса в том, что рептает его раскладывает. Да, просто себя. Без скиллов. И да, Зевсу в этой игре нужно собирать. Уже есть зеленка. Вот, купил зеленку. А, что, он купил только что. Ну, у него был мажор тотем, она сейчас так собирается. Подцепили Хеллбрингера. Есть стан от пиромансера. Да, и это смерть. Пауза от Хеллборна. Посыпались Хеллборн. Я думал, это тактикал пауза. 11-4. На самом деле, Зевсу надо как-то спал Сандер вынести, который может в этой игре много чего сделать. Да? Но Мейдж Бэйн до сих пор не джойнился в драке. Да, по сути, команда Мека играет. Четвером. 0-0-0 у Спидмана. Вся доминация в 4 человека была создана. Сейчас через 100 голды на Мэшбене появится Firebrand уже, а там и геометр такими темпами за горами. Переподключается Эмпас. Блин, ну что-то пока что прям вообще близки. Легион к 2-0. Прям да, вообще если, очень близки. Мне кажется, если сейчас Мека не закинет, да, то они дожмут уже, зона уверена в эту игру. Ну сейчас посмотрим, приобретет когда Сандрейс Радианс. Точнее, мог. Что будет? Будет видно сразу. Ну, в принципе, в любой стадии игры пиромансеры и ревенант будут умирать. Независимо от того, какое преимущество имеет их команда. Если там только не появится... Ну почему, если они себе приобретут... Нет, ну я не имею в виду 40-ю и 50-ю, где у ну тут у таких саппортов даже уже появится какая-нибудь... Линкин сфера или там выход в БКБ тот же. Обычно богатый саппорт. Ну да, там два каста кинул, пачку крипов забрал. Магмус вот портлкей же себе приобрел. Да. Зоис, АФК походу? Пауза. Видимо. По-моему, было быстрее нажать, чем написать. Так ставьте! Так они же и поставили. Да, так я о том же. Развод не удался. Эрдженда такой этот, как его... Ответ. Ты где там друзей увидел? Намек от Артюра. Забыл, что ли? Точнее, забылся, не забыл. Делаем ваши ставки, дамы и господа, на какой появится Мэшбэйна геометр. Ну у него уже есть меч. Есть уже Firebrand. Да. 4-5. Ну минут через 5, наверное. Долго. Это очень долго, Глеб. 5 минут фармить 3000. С нарастающим ГПМом. Нет, у него сейчас 2. А сколько? 200 и. А, ну да. И 800. Ну да, минуты 3-4. Максимум.
забираю там паску на миде. Без особо каких. Бегемот получил, в принципе, 6 уровень, не умирал. 1200 голды ему накапало. Интересно, когда ведут мешок в компетитив? А ты думаешь, его ведут вообще? Да. Когда все это мы когда-то вводят. Когда понешь, тогда ведут. Подцепили бегемота, блин, я его сглазил. Я только сказал, что он не умирал в этой игре. А. Это был единственный, помимо Мишбейна, кто не умирал, да. Куча денег. Хотя еще и... Так-то много кто не умирал. И Тайт еще не выжил. Зевс с горем пополам да выжил. Забирают тауэр. Отбивается бутылка из... Сейчас можно задефить, а ультился, наверное. Полетел на ультимейте Рептайт, сейчас будет умирать импас. Или не, Зевс. Ой, сейчас найдет случайно Зевс. Ой-ой-ой-ой. Как же он пробежал. Нет, нет. Так-то он двоих заберет. Не, ну это... Нет, это смотри, борщ. Он закинет, он закинет! Ну, Зевс! А, ты ультанул. Закидон! Ну как да. Тебе сказать, закидон? Посмотри по графику. Посмотри на голду с Инды. Сейчас, если с Андрей ультанет, он еще и... А, ну так-то да. И там еще и Мэйдж Бэйн так-то просаженный достаточно. Там Арди прошел сейчас Ревенант, сейчас можно было бы его, да? Задонатил на моб. Задонатил, но в этом он прав, на самом-то деле. Он просто только что половину внес за рецепт. Ну... Да, и мог появляться. И что такое? Сейчас ульт минус Ревенант, допустим. А, ну сейчас в инвизине. Ну от полторы минуты прошло, у Мэшбэйна уже 2300. Лекса Леонис появляется третий уровень на Ревенанте. А зачем поставили два варда? Вот смотри, стоит вард Рождендай, поставили еще один от Амарола. Это... Ну, вижен-то они дают смежные. Одинаковые, да. Можно сказать, одинаковые вижен. Типа, что тот закончится через 2 минуты? Находят Халбрингера, успеет ли он скинуть Мальфоса? Нет. Нет. Единогласно. Появляется... Ой, СНД, да проблема. Сандрейси культует! Надо вниз лететь! Ах, Мэшбэйн у него нет. Мэшбэйн убил иллюзию, и еще песков не было первого спала. Не зря тогда утянулся, Андрейс. Ну да, теперь ждать КД 120 секунд. ПК на пиромансе. Да, все, конечно... Прискорбно. Никуда. Да, выглядит всю команду из КРР. Это вроде, кстати, у них наработанная страза, вот это я видел, они ее тренили. Халбрингер, Зевс, Сандрейс, Бегемот. Стенку ставит инфопад, никого не зацепили. Сейчас будет контр-въезд, скорее всего. Магмус уже вышел в линку. Фиссура, хорошая, по троим. Сандрейс жива, но нет ультимейта. Был бы ульту Сандрейс, сейчас можно было делать было минус 3. Да, как минимум. Ну не знаю, взял пиромансер себе Портал Кей в расчете на то, что они будут влетать сами. Ну, в принципе, да, с такой доминацией. У бегемота 400 с небольшим до приобретения портлаке. Больше, я думаю, сейчас. Ну, да, вот пытается сейчас. Как-то умереть он пытается. Убегать, но не он. Ну, тут рептает волна, первый спел. Да. Умирает бегемот. Это уже 16-5 в пользу команды Мека. А Мэшбэйн вместе с Рептайдом уже забирают Кангора.
токен достается Рептайду. Здесь инвиз, и вообще контрвижна нету, находит Зойса. Находит Люса, и Люс умрет. Скидывают Мальфас, успеет ли разлетиться Тандербрингер? Нет. Нет денег на байбек. Влетела Сандраз, Сандрейс, забрали. Кикон, умирает. Умирает Ревенант. Но я как и говорил, в любой стадии игры будут эти два персонажа умирать, забирают Рептайда, но есть токен, Мэтчбейн там раздамаживает саппортиков. Под Т2. Ну. Ну, я бы не сказал, что прям в сухую проиграли тимфайт команды Square Air. Если бы заинтересовали на импас, они, наверное, они могли бы еще выиграть. Да. Ну, не выиграть, ну... Но по крайней мере, сделать больше киллов. Потому что Мейджбейн ушел на OHP. Если бы Зевс... Да, еще и забрали, скорее бы всего, Магнуса. Посмотри, да, тоже. Ну, а так-то посмотреть, по цифрам, колоссальную доминацию имеет команда Мека. Ну вот, я же говорил, если SQRR не будут проигрывать, то они в салат бы раскатывали за место в мидгейме. Но даже при таком положении, да, не самым лучшим, они все равно забирают, делают минусы, доводят до красного КП героев. И на самом деле шансы еще есть отыграться. Импас ну, умирает. Как-то не знаю. Помечу. Тут даже не то, что Импас умерла, а просто нет. Потому что Мэтчбэн сейчас какой-нибудь сек просто вингбоу возьмет. И бейте меня, скажет. 1500 хп. Ну или тот же Скади. Вот Скади вообще проблемно. Сандрей сейчас еще будет умирать. Пока на бегемоте. Ой, под мортификейшеном-то как сейчас залетит. Просто ульт. Бам. Не залетит. Демон Страйк. Ну. Хороший по двоим. Ядик. Ядик. Вот оно. Ядик. Раскачка Зевса, кстати, забаксил на третий спал громад воды. Громад воды. У Магнуса практически есть уже Линкин Сфера. Вингбол на Мэйджбейн. Но я так и говорил, что какой-то из... один из двух артефактов появился бы в этой игре по-любому. Второй не за горами, я думаю. Да? Хотя в этой кесе танк зашел бы. Сатаник и Баширок. Будь. Ну, кстати, так-то тот Мэшбэн всего лишь 1500 хп. Ну и, в принципе, если его поймают на втором спиле, то, возможно, они его даже победят. Ну, что-то пока что там один Мэджик, а у Мэшбэна 19 армора. Даже при том, что у него 1500 хп по 19 Мэджика, будет тяжеловато его пробить. Ну, конечно, врожденные 7 единиц магической защиты Мэтчбэйн, это что? В отличие от врожденных 4. Как проваржено, кстати, все в лесу SQRL. Видит немногие подходы. Ну, посмотри, что иллюзия Мэтчбэйна делает настоящим Тандербрингером. Ну, давай будем честны, у Тандербрингера один артефакт, ну, полуартефакт. Это даже не артефакт, это, ну, один, не один. Это третий артефакт. Это, можно сказать, ПТ-шка просто в сумме. ПТ-шка. Ну, с ПТ-шка с небольшим. Ну да. С Тандербрингера ПТ-шка, но... Сандрейс. Ничего не покупает. Надо. Ох, какая там АС Мэйджбейна такой. Прям больно аж смотреть на это. Сейчас на импас. Угу. Люси просто причиняет адскую боль. Ревенантик сейчас поставит лайн. Точнее не лайн, а вижен вард такой. О котором, кстати, не знает команда Хеллборна.
Ну, догадывается, скорее всего. Интересно, что будет собирать с Андрейс? Ну, Firebrand геометр или рефрешер? Ну вот, Ревенант находится Андрейс. А, видно было его, он там по синему лаку прошел. Уже 30 тысяч голды и 34 тысячи экспы. Пиромайстер уже в хиксу выходит. 33 тысячи золота преимущество, это вообще жесть. Ну, да. Ты даже... Я не знаю, как это... Сокрушение какое-то. Тридцать пять тысяч по XP. Это три файта надо выиграть, чтобы это было. Ну, три? Три ли? Хотя одну. Тридцать пять тысяч. Три ли тимфайт это? Там файт, да, потом еще время, пока команда свободно фармит после файта. Ты это сейчас как назвал время свободного падения какое-то. С Андреас спряталась, но... Сердце Пауэр опять в том же месте. С Андреасик. Она забирает Ревенанта и Магнуса, и неплохо. И так-то посмотри с Пиромайсером, что они сделали. Посмотри, что сделали. Ой, с Пиромайсером. Да, с Пиромайсером неплохо. При том, что на него не прилетел с Андрейсом. Да, ему худо. Пиромайсер три соточки имеет. Саппорт. И все при нем. ПК, Вестминстер, Стимбутс. Ну и вот выходит Тандербрингер постепенненько в... Это... Скорее всего... как это? Чара... Расхититель Чара. Саппорт. Ну, Спалсандер, ладно, все. Расщепитель Чара. Расщепитель, да. О, Мэйдж Бэйн со Скади. Скади, да. Лещет просто сейчас с Андрейс. Ощутит мощь. С Андрейс, ну купи себе что-то уже, ну так нельзя. Да рефрешер он хочет, по-моему, купить. Да тоже не заходит рейд кликом рефрешер. Ну тут да. Тут надо Скади какой-то тоже. Да нет. А я что, имею в виду, Скади заходит. Ой, не Скади, а рефреш заходит, но не рейд кликом. Надо приобретать себе артефакты. Ну в этой стадии, вот в его положении, когда он с базы не выходит, я думаю, нет. Ничего не изменится. В плане, хоть Аркану бы себе купил. Ну, Аркану можно, но... Ладно, Сустейнер. Сустейнер берут там, когда фармишь, чтобы не просаживаться ни по мане, ни по хп. Залетает Мэйшбэйн. Ну и вот что ему сделать? Подспили с Андрейс. Ну ладно. Одну жизнь из него выбили. Он делает байбек, но ультимейта-то нету. Мэйшбэйн просто уничтожает команду Скорер. Байбекнулся. Голды Хеллбрингер. Дают о себе знать. Да. Так. 15 секунд до ульта Сандрейс. И секунды до ульта Зевса. Могут все-таки поймать еще кого-то, убить. У Мэйшбэйна пол хп. Поставил вард Ревенант, но об этом знает Тандербрингер. И можно, кстати, было бы забайтить на этом варде, так и делают мека. Вылетает Мэйшбэйн, Сандрейс, но ультанула. Мэйшбэйну вообще плевать, он убивает ее с 5 ударов. Да. 37 тысяч, и, по-моему, это разгром, да. Тут точка в этом разгроме поставлена. Мэйшбэйн уничтожил. Это уже лишнее, все равно надо типа, сдаваться. Хансин, Тулина. Да, на самом деле. Одна игра Лины. Спасибо другому за происходящее. Да. Одна победа команды В1 над Линой дала шанс команде Мекки, и они им неплохо воспользовались. Ну что, поздравляем команду Мека с проходом в финал лузеров, где они встретятся, не знаю, с какой командой пока что. Узнаем буквально через 2-3 часа. Не так уж и долго. Ну, а на этом все, по крайней мере, от меня стрим на сегодня закончен. Переходите на мою трансляцию, кому по желанию. А матч Мек, точнее не Мека, а Кэтс GK будет стримить не знаю кто. Так что до скорых встреч, ребята. Не прощаемся. Четвертый сезон Хонтур представляет «Аватары Парагон». Собери полную коллекцию аватаров и получи эксклюзивные бонусы.
Покупай аватары Парагон и увеличивай призовой фонд турнира. Угадывай результаты матчей и выигрывай ценные призы. Делай ставки на Тур Хон Гарена.ру.